Озвучено проектом Шаурма Студиос. И Карл, продолжение вышло! Смотрим! Инк? Ну разумеется, ты не мог так просто умереть, чертов читер. Хотя, как знать, что это действительно ты? Тот взрыв. Ты просто не имел никаких шансов выжить. Взрыв? О, ну конечно, забыл, дурак. Вы единственный, кто знает недостающий фрагмент этой истории. Расскажите-ка, как вы сошлись с Инком? И не только про это, а еще про ваше ау. Хорошо. Мой мир сильно отличается от большинства ау. У нас монстры находятся в рабстве у людей. От горы Эббот остался лишь вышенный кратер. По сути, монстры считались за вещи. Король и королева монстров были убиты, а капитан королевской стражи Андайн была отправлена на гладиаторскую арену. Мне сильно повезло. Мои достижения в науке были замечены самим императором. И впоследствии я стал его личным рабом. Со временем заслужив его доверие и должность личного советника. Будет исполнено, хозяин. Я прослужил в подчинении у императора около 15 лет. За мои заслуги император объявил меня первым в истории свободным монстром. Примерно в это же время я начал работу над ядром. Много всего успел натворить. Женился 2 раза. А потом произошел несчастный случай с ядром. С тех пор я лишь урывками мог наблюдать за своим миром. И то, что я там видел, было ужасным. В нашей АУ обосновалась кучка альтернативных сансов во главе с Найтмаром. Эти подонки убедили санса присоединиться к ним. Что ж, он никогда не отличался благородством. Папайрус пытался было остановить их, но вскоре после этого он пропал. Больше в Андерслейвере он не появлялся, а вселенную вскоре захватил Найтмар. Теперь от нее остались лишь руины. Я думал, что свихнусь в пустоте, но случилось нечто странное. Я встретился Инка. Этот дурашка ничего не помнил, кроме своего имени. Но вскоре он забыл и его. Но он был так похож на моего сына. И он обладал магией, которая в итоге и спасла нас из пустоты. Хотя как знать, что это действительно ты? Тот взрыв, чуть не сдох.